Я вся мокрая, взмыленная, и Тамара тоже. Представляете, сейчас 2 часа дня. Звонят с поликлиники Каневской здешней. И говорят, вы 5 числа делали, говорит, прививку первую. Мы говорим, да, делали. Ну, Тамаре звонят на телефон. Тамара говорит, да, делали. А мы же что, мы только с огорода пришли. Думаю, отдохнем сейчас и пойдем дальше работать. Они говорят, до 3 часов вы должны приехать получить вторую прививку. Как? 2 часа дня. Пока только доедешь туда. Это если пешком идти, то минут 40, наверное. Но мы сейчас вызвали такси, ждем такси. Короче, в одном месте взмыленное. Давай бегом, бегом. Хоть ополоснулась, пятки даже почистила немножко. Ну, наверное, не дочистила пятки. Ой, вот представляете, да? Как так можно? 2 часа звонят, чтобы в 3 мы уже были там. Это же надо еще и искупаться, это же надо еще... Ну, я не знаю, если бы мы в Киеве были. Ну, может быть, они перенесли, конечно, но это кошмар. Бегом. Хорошо, что все готово. Раз оделся и побежал. Все равно. Так что я не знаю. Такси сейчас успеет. А если, говорит, до 3 не успевать, тогда уже все. Ну, хотя бы утром позвонили, что ли, или, ну, вчера бы позвонили, сказали, что сегодня, ну, вчера на сегодня перенесли, ну, позвонили бы, сказали бы. Или бы сказали, что, допустим, Вася вдруг бы в командировке был. Ну, я говорю, что это они могут, может быть, перенести, но сегодня в 2 часа звонят, и до 3 часов вы должны успеть приехать, представляете? Короче, сейчас ждем такси. Такси, может, довезет быстрее, мы с Тамарой. Да, но знаете, с одной стороны, как бы мы-то всегда готовы. Но дело в том, что первые, ну, немножко тяжеловато перенесли, особенно Галя, и уже второй раз страшновато. Тамара, ты боишься, переживаешь? Нет? Но все равно. Все будет хорошо. А сказали же, если сделать прививку, нельзя не пить. Нельзя не мочить, наверное же, да? А мы-то будем праздновать день рождения Тараса. И поедем же ж праздновать. И Троицу еще хотели отпраздновать. Ну, мы такие, конечно, чтобы прям пить-пить. Нет, ну, хотя бы там глоточек, хотя бы глоточек шампанского. И покупаться самое главное. Мы купальники взяли. Ай, пролет, пролет с этими купальниками. А что, за 3 дня неужели нельзя? 3 дня? Думаешь, 3 дня? Ну, мы сегодня спросим тогда, можно мочить или нельзя мочить. Ну, я знаю, что вот эти какие прививки, вот эти, помнишь, манту или что, их же нельзя, да, 3 дня, что ли, мочить нельзя. Ну, такой 3 дня нам хватит, понедельник, вторник, как раз 3 дня, воскресенье. Угу. Так, ждем такси. Выскочили взмыленные. У меня голова, смотрите. Ну, не успевала я помыть голову? Ну да, я настроилась выйти в рабочем одеянии. Настроилась выйти дополоть. Ну да. Не да. Суждено, не суждено. Не, ну а чего? Вечером приеду. Ну вечером. Сейчас, ну, да, я имею в виду, не сейчас, суждено. Да. Да. Вот так. Вот быстро, так. Быстро. Все здесь быстро. Вообще очень медленно в городе, медленно. Все на огород ходим медленно, а в поликлинику надо быстро. Здесь наоборот время останавливается. Добрый день. Юльку нам привезли? Да. Привезмо. Юли пока нет. Послезавтра. Завтра Ева, послезавтра Юля. Все здесь на выходные. Спрашивает, вы, может, вы нам Юлю привезете? О, такси, по-моему, едет наше. О, едет. Ветер такой, да? Да, работать жарко. А вот если бы купаться, то прохладно. Да не говори. Так, это оно наше или не наше? Да, вроде едет сюда, только медленно. Так, нам надо быстро, мы до 3 не успеваем. А, нет, Тамара, это не наше такси. А вот следующая машина какая-то заезжает. А, точно, вот следующая с шашкой уже едет. Все, одеваем.
Одевает маски, едет наша, едет. AstraZeneca, цей, да. То Pfizer. И чем есть, тем и кулю. И теперь кажу, да, всем нормально. Уже теперь можно. Да, все нормально, все совместимо. Раньше строго было, сейчас все можно. О, впереди несутся Галя с Васей, да? Им тоже позвонили. Отпросились с работы. Паркуются, паркуются. Мы первые. Ага, вот поликлиника. Еще и ветер поднялся. Вы думали раньше нас приехать? Мы приехали раньше. Нет, мы первые. Да, мы видели, как ты туда гонишь. Мы видели, как ты гонишь. Мы не можем дозвониться. А это ты тут посадил? А. Да, что вроде как Pfizer'ом, Коля. А они совместимы? Вроде да. Мы сейчас посмотрим. Второй раз тоже, говорит, надо заполнять. Коля, вставай. А, о, очередь. Коля, зашла? А, еще здесь. Сидим, в очереди сидим. Люда, ты сейчас заходишь? Да, сейчас я. Если не прийде, ось у дружина. Да, да. Це ви будете йти по очереди, а як вона прийде. Вот и все. Дякую. Будь ласка, поздравляю, Даша уже меня. Дякую. Скажите, пожалуйста, а паспорт нам дадут? Дадуть обов'язково, да? Звертаєтесь до нашої заввідділення, ага. Івани Володимирівни, з собою маєте загранпаспорт, ага. Вона вам все видасть. Да? В ближайшее время даже, да? Да. Отлично. Якщо спасибо. На виїзд, да. Да, спасибо, вийшло, спасибо. Ви нас обрадовали. Заходи, до побачення. Так, на паспорт, у неї інші. Все, я пішла. Нам паспорт сразу видадут, представляєш? Паспорт, да, сразу паспорт нам выдадут, да. Да? Угу. А когда? Сразу. А вот и говорит, сразу обращайтесь к заведующему. Нет, заведующему и сразу загранпаспорт, говорит, берите с собой, и можно сразу получить. Да. А, я забыла спросить, а AstraZeneca какой, извините? Я извиняюсь, а вот вторая у нас прививка, она как называлась? AstraZeneca, Корея. Дивіться, а, корейська, да? А, ну можна посмотрети? Да. Перша у нас була Covishield, а це сочетається, да, з ними? А це Covax. Це Covax. Ага, зараз покажемо. Вот. AstraZeneca. Covax, вот, смотрите. Covax. Ми зараз ще Галю покажемо, як Галя получає. Галя, страшно? Що страшно? Ні, перший раз не страшно. А самое главное, нам теперь пить нельзя, да? Ну, сегодня да, конечно. А нет, а вот у нас послезавтра день рождения. Можно? Можно? Вообще хорошо. А купаться, когда нам можно? Можно и сегодня чек и душ. Лесенький душ. Да вы что? Галя? Мы на дне. Мы в Днепре, в Днепре ходим. Послезавтра можно, да? Все, отлично, Тамара. Я тоже потеняла. Вася, можно пить, можно купаться. И пить можно. И пить можно. И паспорт получим. И все подряд, понимаешь? Я и так каждый день. Нет, сегодня, кажется, не можно пить, а завтра уже можно. Да, прошлый раз нам сказали. Пить уже можно будет. Нет, это наш Тарасов вчера день рождения. Ну, я вас витаю. Дякую. Ми щасливі. Шевчик, Василь. Право, ліво, все одно. Ліво, звісно. Ліво. Як Висоцький писав, у колодця і забится, так? Да? Ой, біда. Біда з Ненцем. Тим ковідом. Все буде добре. Та ми теж надіємося. Все буде добре. По-другому не должно бути, так. Да.
Дякую. Ми вже будемо живі і здорові, да? Який час? Це все время. Так мені ще і повезло. В парикмахерську зараз мене завезуть. Да. Елі. Поехали. Фух, жара. Мы прям с поля не успели даже, с огорода, не успели даже хорошо и подготовиться. Раз и все, да? Не ожидали даже. А мы с работы, я все покидала и тоже побежала. Как вы только позвонили. Я довизначал вирус. Ну да, а Вася каже, через полчаса, ну слава богу, хоть не до полчаса. А я бегала бы сказать всем же, что мы, нас не будет. Ужин готов. Вася! Вася! Ужин готов! Как это, и Васик, Телесик сказки, знаете? Васику, Телесику. Плыви к бережку. Кушать дам. Вася! Слышишь? Дождь пошел, а? Сильный ветер. Ой, сильный ветер и дождь. Ой. Над морем ничего не видно.